Добрый вечер. Хочу продолжить сериал «23 килограмма», 7-я серия. Ой, когда это закончится? Больше я такие лоты покупать, наверное, не буду, потому что, не знаю я. Вот такой вот браслет, да. Да, здесь много вещей, наверное, для творчества, но в Англии я не думаю, что кто-то там очень много занимается. Может быть, где-нибудь там в ближних странах и можно было это продать. Там Россия, Украине, где еще там такая, в Молдавии, может быть, где люди вяжут, крутят, ремонтируют, но здесь я не знаю. Ну вот такой браслет, единственное, что здесь вот маленькие черненькие камешки, да. Дальше мне вот прошлое видео вообще такое уныние в украшениях, даже если где-то я предыдущих могла что-то отложить, то вот оно меня прям расстроило. Вот такое, да. Следующее. Такой браслетик. Браслетик. Да, привет. У меня есть новый телефон. О, какой у тебя телефон. О, Hello Kitty. А ты только что снимаешь видео? Да, снимаю видео, только начала. Покажи всем свой телефон. Вот, вот новый телефончик. Игрушечный. Да, хорошо. Но пока что плохо работает. А почему плохо работает? Вот. Угу. Ну хорошо, ты будешь у меня сидеть? Ну некоторые хорошо работают. Хорошо. Угу. Ну давай я продолжу видео показывать, да? Ты будешь у меня сидеть или пойдешь играть? Хочу у тебя сидеть. Тогда дверку закрой. Да, я тебе сделала этот шарик, да. Дверку закрой и пролезай тогда, давай. Сейчас, извините. Я видео делаю. И когда ты уйдешь, то закроешь дверь. Я сейчас сделаю видео тогда, хорошо? Вот не делала видео, никому не было нужно. Не, ничего, ничего. Давай. Давай. Подлезай. На. Ты будешь сидеть, да? Хорошо. Так, извините, пожалуйста, задержка. Такой вот браслетик. Ну, цветочек и такие бусинки. Ну, по современности не знаю. Может быть, даже он не теперешний. Вот такой, да? Теперь. Тут я смотрю одни браслеты. Такие. Так, чуть-чуть потише, можешь сделать? Спасибо, Сима. Вот, смотрите, такой браслетик. Оп. Такой, как ремень. Ну, рисуночек. Было бы все хорошо, если бы он не был так. Ну, хотя, может быть, почистить надо. Но нет, вот выношен. Не знаю. И три таких. Видите, они соединены. Металлические. Между собой. Ну, кто такие любит, да? Такое. У меня целый мешок украшений. Ну что, я тебе сделала шарик, тебе не понравился? Не понравился. На? На самый будет рекурсика. На. Вот, все, понравился шарик, я его вытащила. Теперь все хорошо. Вот такие бусики. Ну, это пластик и шнуровочка. Простите за звук, у меня случайно. Потише, пожалуйста. Хорошо. Да, потому что я же показывала. Вот такие бусики. Бусики современные, по-моему, перламутровые, розовые. Ну, их можно для чего-то использовать, да? Такие. Это если только разбирать их. Такой браслет весь из каменьев. Современный.
теперь. Что-то тут все запутанное. Так, вот такой вот браслетик был красный, по-моему, теперь вот черный. Ну, тут бисер, видите? Можно на бисер использовать его. И вот такой вот. Это современное, ну, я думаю, что камешки пластиковые. Такой вот браслетик. Ну, такой еще можно поносить. Он новый, не ношенный. Тоже современный. Такое покрытие, материал. Деревяшки. Тут так все запуталось немножко, поэтому сейчас я немножко вытащу украшения, да? Мне кажется, они были разложены, но все равно, видите, запутались. Просто не хочу весь мешок сюда к столу нести. Вот так на расстоянии вытянутой руки. Такое украшение, видите, такое на шее, без маркировок, ну, тоже современное, расползается. Такие бусики, что-то тут, видите, как сделано, собрано, длинная такая ниточка с бусиками. Вот. Вот еще красный такой, видите? Этот более такой под коралл, а был ярко-красный у меня такой же. Здесь вот бисеринки симпатичные. Конечно, это единственное, что бисер, мне кажется, нужно изъять. Теперь просто в этом кулечке. Я просто взяла другой кулечек, и тут браслеты. Ну, это деревянный, видите? Но он распилен. Хотя очень легкий, и я бы не подумала, что это дерево, видите? Такой браслет на резинке. И такие пластиковые штучки. Стеклышко на шнурке. Да, помните? Вот этот камень симпатичный. Такой вот. И не промаркированный. Что-то тут цепочка запуталась. Вот такой вот. Это бусики перламутровые, собранные. Они через горячую ниточку, по-моему, проплавленные. Видите? С ними уже ничего не сделаешь. Ну, их можно так просто, конечно, одеть. Они такие простые. Вот. Следующее украшение. Ну, вот эти вот цепочки. Такие вот. И пластиковые бусики. Такое украшение. Ну вот, вот эти мне нравятся, видите, бусины. Но эту трогать не буду, потому что, во-первых, она одна, а нет, две, три. Ну не знаю, может быть, заберу.
тянете там босса маленькая тележка. Этот мешок я разбирала, и все равно запуталось все. Вот очень быстро как-то. Вот видите, запуталось. Хотя я разбирала. Такое все путанное. А, понятно почему. Вот, хочу показать вот эти бусы. Только сейчас. Если достану их, конечно. Если не достану, то даже не буду пыжиться. Покажу в следующий раз. Все позапуталось. Вот есть такая стрекоза. А стрекоза кулончика откуда-то улетела. Как мне тут их достать? Теперь вот такая цепочка, тоже не промаркированная, и такие украшения кубики, видите, крутящиеся. Ага, вот так вот. Это чтобы была возможность показать. Ничего такого особенного. Значит, теперь здесь цепочка. Ну, вот эти вот симпатичные бусины. Видите, такие. Ну, тоже современные, очень простые. Ну, смотрится. Вот эти тоже интересные. Бисер красивый. Вот бисер симпатичный. Вот этот вот. Такой подмарказитый. Ну, это на руку. Фенечки вот эти, да? Знаете. Почему-то очень любят их носить. Я часто вижу у парней, у девушек. Вот такие бусины пластиковые. И, значит, такое украшение. И это пластиковые бусы. Ну, такие вот. Тоже веревка. Сюда. Теперь. Тут что-то такое термоядерное. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, это что-то делали такое. Я не знаю. В общем-то, такое украшение здесь есть. Хочу показать вам одни бусы. Не хочу обрезать бирочку, да, она цепляется за все. Ну, не знаю. Это был, наверное, что-то, браслет какой-то, да? Вот. А бусики Next. Вот тоже сложу. Next в отдельный лот. Я даже вот не имею представления, как складывать. Может быть, кто-то пластик к пластику. Такие бусы, или вот как я показываю, все сложить. Не знаю даже. Ну, что продать. Допустим, какое-то количество определенных украшений. Вот это бусики Next, это деревянные. Поношенные такие. Я еще ничего не ставила. Не хватило моих физических возможностей. Вот и все украшения очень такие. Цепочка алюминиевая простая. Да, и такой вот этот браслетик. Видите? Такие бусины.
должны растягиваться. Да, растягиваются. Видите, под цвет. Цветочек такой. Такой вот браслет. Вот это куда-то можно, наверное, использовать. На вставке или еще куда-то. Видите, и сейчас у меня здесь недалеко. Я показывала вам. Помните, мне в подарок прислал человек вот этот браслет давно. Вот. Такой. Только этот старинный, а этот современный. Ну, он тоже под рукой лежит. Значит, ой, какое, какая прелесть. Видите, какая прелесть, показать не могу. Прелесть, моя прелесть. Вот я про колечко говорю, что прелесть, но оно так запутано здесь. Так, ладно, отложим. Распутаю, покажу, значит, в следующей серии этого безумного сериала. Это теперь кодовое название 23 кило. Вот эта штука такая интересно сделана. Ну, тоже такие цепочки. Все это очень-очень современное. Вот. Такое украшение. И веревки. Вот так. Вот оно зацепилось, да? Видите? Через колечки. Вот эти, вернее, за крючки. Вытащила. Я вот это хотела показать вам, эту ниточку, потому что она не какущая. Вот как тут можно запутаться всему прям. То вот, знаете, я посмотрела, все сложила в мешок. Ну, я смотрела и складывала сразу же, как оно пришло, да? И оно все попуталось уже 110 раз. Вот сразу же. И я только мешок один раз подняла, положила рядом с собой. Сейчас вот я хотела показать, видите? Это деревяшечки и цену 75 пи. И никому она не нужна была за 75 пи. Вот. Не знаю. Почему такое украшение вообще было сделано? Ну, наверное, кто-то любит такие украшения. Я знаю, что любит. Их носят так на шею, близко-близко к шее. Такая цепочка. Вот, смотрите, тоже. Такие камешки очень хорошенькие. Видите? Вот эти ради камешек надо разобрать. А что это? А это Next. Нет, не буду разбирать. Оставлю. Бусы. Да, бусы эти. Ага, вот. Мне кажется, что такие уже были. Видите, вот такой тройной ряд. Это пластик. И вот так вот. Вот. Такие. Вот пластик. Потом такая красная ракушка крашеная. Ну, и, соответственно, бисер. Вот этот симпатичный. Ну и этот вот красный, такой красивый. Бисер оставим. Вот эти бусины. Такие перламутровые, длинные. Вот эти розовые, а эти такие понасыщеннее цвет. Тоже длинные, ну, современные. Можно носить тоже в два ряда. Ну, эти бусы куда-то можно использовать, знаете, так, потому что они, их можно распустить, если что-то хочешь сделать. Есть возможность теперь. Смотрите, какой чудесный браслетик.
сколько бисера. Такой замочек. Я не знаю, может быть, кто-то знает. Я бы подумала, что это не современное украшение. Хотя, наверное, сейчас они научились и вот это все делать. Наверное, все-таки современный бисер, красивый бисер. Тоже оставлю себе. Вот. Кулечки такие, бусики. Тоненькая и беленькие бусики, видите? И в кулечке. Не перебранные украшения. Ни разу. Так. Сюда. Вот. Это вот такое украшение, да? Ну да, я знаю, что вот, допустим, я в этих украшениях не смыслю. А многие носят. Вот видите, вот такое вот направление. И если все это вместе собрать, оно тоже будет выдержанный какой-то свой стиль. И свой, на свой вкус, кто любит, конечно, будет тоже, наверное, хорошо. Вот такие бусики. Упало что-то. Бусина какая-то. И вот такой браслет. Тоже современный. На резинке. Теперь в этом, видите, мешке в основном-то браслеты. Ну тут тоже деревянные бусины, и вот это можно куда-то поставить. Сейчас. Значит, это что-то, видно, распустилось. Это вот такой вот кулончик. Он откуда-то, может быть, слетел с цепочки. Там была цепочка вот такая. Наверное, подходит он сюда. Да. Сейчас проверим. Да, продевается. Ну, можно вот так вот оставить. Так, браслет. Ну, браслет современный, ничего такого особенного. Хотя, видите, такой цветочек, камешек. Наверное, что-то можно придумать. Ну, и вот это украшение. Вот это, конечно, симпатичное. Это я оставлю точно себе, потому что у меня есть такие бусы. И этот браслетик, конечно, я думаю, что он такой по возрасту, не знаю. Вот. Интересно сделаны бусины. Видите, какие вылитые. Это сразу пошло в чашечку. Вот так. Теперь. Вот мадонка такая. Да. Ну, это у меня отдельный мешочек тоже для таких украшений. Теперь. Вот видите, это тоже деревяшечки. Такой браслетик. Вот. Вот. Такие бусины деревянные, симпатичные. Можно что-то соорудить с ними. Это ракушки. И такой непонятный стиль здесь. В общем-то, это какое-то украшение. Запутанная. Сейчас надо расстегнуть, потому что если расстегнешь, то тогда точно распутаешь. Другому никак. Вот такое украшение, видите, это перламутровые такие маленькие тоненькие монетки. Ну, такие, конечно, не маленькие, но тоже можно что-то придумать с ними. Наверное.
книги, значит, хотела показать вам последние украшения, да, вот браслет. А в другом мешке, да, я почему сейчас его увидела, это эти какие-то косточки, там фрукты, я не знаю. А в другом украшения были бусы такие, вот тоже надо сложить. И еще плюс те бусы, и получится такой лот для любителей именно вот такого. Во-первых, это натуральные, экологически чистые. И людям будет нравиться. Ну, и вот это что-то такое. Не знаю. Такие бусины, но такие смешные, непонятные. Что-то такое у меня уже было, мне кажется. Это камешек, наверное, какой-то. Вот. Может быть, кто-нибудь знает, что это за камешек. Ну вот, показала вам еще один лот. О, вот, смотрите, что у меня есть на таком шнурке. И это украшение, по-моему, аксессуарс, да, я говорила, этот магазин такой в Лондоне. Он там все продается у него. Он дешевый такой, шурпотребовский. Ну, вот такое украшение. Так что... Ой, показала вам еще одну серию, 23 килограмма, да. И потом сейчас покажу, знаете что? Что вот я отложила себе, да. Я показывала такие золотые, вот серебряные я отложила себе, да. Это тоже из 23 килограмм. Просто буду так потихоньку иногда показывать, чтобы не было совсем скучно. А потом покажу все, что отложила. Вот эти бусики я себе отложила. Они такие, видите, длинные. Ну, не знаю, на длинной такой цепочке что-то они мне. Вот. Я их, наверное, в подарок отложила. Понимаете? Вот, у меня тут такой... мешочек отложен, это когда я первый раз перебирала. Ну вот. Еще коробочка такая. Ну, это я покажу, наверное, уже в следующей серии, которая будет завтра. Угу. Вот видите, еще такие же бусики. Вот. Тоже. Это будет бордовое украшение. Значит, и вот это колечко тоже, наверное, покажу завтра, потому что, видите, здесь как все запутано. Очень запутано. Вот это вот колье хотела тоже показать. Ну, я его могу сегодня показать. Вот видите, какие вот эти камешки такие. Ну, конечно, это колье я оставлю себе, потому что вот эти очень красивые вставки. Я думаю, что это пластик. Да, хотя я не понимаю. Вот оно. И такая цепочка у него. Вот. И болтается еще одна цепочка и кольцо. Вот. Видите, кольцо. Прелесть мне понравилась. Очень красивые камешки. И оно безразмерное. Колечко, конечно, красивое. Бусины, вернее, красивые. Красиво блестят. Ну, не очень красивая цепочка, но я попробую разобрать за кадром. Ну, все, жду вас на своем канале. Заходите, пожалуйста. Желаю вам хорошего настроения. Конечно, вот эти украшения такие, может быть, не очень симпатичные, но они современные и тоже имеют место быть в нашей жизни. Да. И когда я смотрю на такие вот украшения попроще, ну, не такие сказочные, потом залезаю в свои броши-фрукты или австрийские броши, то, конечно же, я радуюсь. Всем желаю тоже хороших приобретений, редкостных. До встречи!